Вы не можете поверить, в жизни так бывает. Где-то дверь закрывают, где-то открывается. Не морочьте голову, свое дело делайте. Почините мне машину или сильно сбросьте цену. Здравствуй, бабушка Мартона, интересно ли тебе завести себе аккаунт в социальных сетях, чтоб хотя бы иногда пообщаться с друзьями? Мне исполнилось недавно 88 лет, чтоб с друзьями пообщаться, не компьютер нужен мне, лучше подойдет тоска спиритических сеансов. Расскажи-ка, детятуха, как же можно отличить от обычной женщины даму из резины? Если даме из резины надавить на одну грудь, то другая у нее увеличивается. Когда девки говорят, что планируют меня познакомить с предками, я тогда теряюсь. Ты теряешься, наверное, что тогда ответить? Происходит по-другому, я теряюсь навсегда. Мало кто, наверное, знает, что в московское метро можно заплатить 2 евро, если жалко 5 рублей. Детятуха, как идут поиски работы? Плоховато, везде надо 8 часов трезвым быть. Расскажите, доктор, мне, что мне делать, как мне быть? Телевизор утомляет, что мне делать, как мне быть? Расскажите, батенька, как вы ночью спите? Сплю я очень хорошо, но всегда реклама снится. Как-то шел по лесу слон, а навстречу муравей. И сказал тут муравей: вон туда ты не ходи, это может быть опасно, там дерутся наши.